Так, 88-я. В общем-то, все остальные. Это, наверное, будет посвящение некоторым сегодняшним артистам, которые мои земляки. Ну и всем, кто приехал в Москву из каких-то других городов. Я думаю, сегодня таких много. Мы привозим в столицу частичку своих городов. И несем их гербы гравировками вечными в сердце. Мы дыхание ловим родных и далеких ветров. С малой родины весточки в зиму позволят согреться. Проживи хоть неделю, хоть целую тысячу лет в той прекрасной столице, люби ее искренне. Все же дремлет где-нибудь город, дороже которого нет. И не вспомнив о нем, мы заснуть каждый вечер не можем. И куда ни вела бы дорога судьбы за собой, и какие высоты на ней мы бы не покорили, путь которой, пускай на денек, но приводит домой самый ценный из всех, что дается нам Господом в мире.